сестре. И отправлять-то никого здесь нету. Раньше времени приехала. Но ее взяли. Ну, взяли, да и не ошиблись. Я благодарю ее при всем народе. И дарю ей важные сокровища. Третье издание нами Нового Завета. Вот как запечатаны, так и есть. Так, я хотела накопить деньги, послать. Если у тебя что-то будет, у нас большая нужда, сегодня выкупаем. Это подарок. Нет, еще не надо. А если что, с Еленой. Потому что нам выкупать надо книги. Вот сейчас готовится проповедь во свете Святой Библии. Только предоплата, только за бумагу 3 800 000. А почему? Бумажные комбинаты все закрыли, а в Китае 1 000 000 кубометров. И они есть. Конкурентов нет. И вторая книга, дайте. Это 3 книги Нового Завета. Это Отечество православия. Тоже 3-е издание. Первая, как всегда, была 1000, вторая 3, а это 5000 издали. Но к нему еще добавили. Много материала. Это практически 50 лет ушло, чтобы собрать этот фильм. Это его в разных местах за границей, где я ездил. По всем вопросам найдены ответы. Вот у нас Отечество православия. Вот она есть, ее можно открыть. А это вот она, видишь, сейчас закрыта. Вот, утащишь? Утащил. Все, во славу Божию. Так, садитесь за стол. Спаси Христос. Я прощаюсь на это. Спаси Христа ради. Меня простите, братья, сестры, пожалуйста. Поняла, нет? Поняла. То есть, если у тебя будет средство, и ты, то это твое там, к этим никак не относится. Нету, значит нету. Поэтому сегодня кто всем может помочь, нам книги покупать надо будет. А братья двое все время работают. К завершению все подошло. Это будет издан 7-томник. Проповеди во свете Святой Библии. По размеру они будут больше книги. Вот эта книга 880 страниц. А это вот 725. А это будет 1300 каждый том. 7 томов. Ну и фотографии там будет в каждом томе по 112 страниц святых фотографий. То есть шикарнейшие книги будут. Но сколько? 1002. Мы 500 сразу дорогой завозим там, которые в России, чтобы контейнера были. И я контейнер приобрел. Контейнер 12 метров и 20 сантиметров. Прицеп такой огромный. 200 тысяч обошелся. Привезти только книги, в прошлый раз привезти. Готовые книги в Можайское. 220 тысяч. А у нас денег нету никаких. Остановиться. Осталось вот это издать, и до слова Божия нету. Ну как Бог даст. Но главное издано. Есть еще проповеди в стихах 4-томные. В стихотворной форме проповеди. Там 3000 проповедей, кажется. Но это уже специалисты. Все на этом. Спаси Христос. Так, сестры, перенимайте, что теперь поздно уже. Как будет? Утащишь дорогой? Утащу. Всего хорошего. Дороже меда и всего на свете. Все, с Богом. Спаси Христос. Я ухожу совсем сегодня туда. Потом будет. Ты поняла, если денег нет, это полный поток. Я поняла, а поняла. А если пошлешь, это на другое. Да, я пошли. Да, Елене пошли. Спаси Христос. Братья, молодцы. 10 на Барнауле. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Большой вам поклон. Земными врагами. Братья, дорогие, я сейчас сестрам сказала, вы обратили внимание, что... А Владимир Александрович, ну, брат, дорогой. Да ладно, ты что? Да. А Николая Третьего? Мы уже... Ну, никак, да, нет, я не видел. Да. Братья, дорогие, я сейчас сестрам сказала, вы заметили, что... Что ни одного матерного слова мы не услышали, я лично, за 40 дней полностью. Как это так? Это чудо. То есть мужчины разговаривают, понимают друг друга и не добавляют в конце фразы, и не разбавляют эту фразу через каждое слово, да? Правда? Более того, я думаю, даже в сознании уже их нет даже. Да. Вот. Вот так вот. Поэтому спасибо, Христос. Все. Будете в наших краях, Челябинская область, Едкульский район.
в деревне Печенкино, Российская 45. Милости просим. Ну, как услышим соловья на рассвете. Да. Так, прям по голосу приедет. Все песни-то еще не допеты, и все молитвы еще и не пропеты. Покуда. Христос с вами. Благословит. Спасибо. С Богом. Ангела-хранитель. Ну, человек. Вкусно было все? Да? Вообще по кухне нет вообще. Сюда вот. Такие нужны, да. Да. Это мастер кожи. Мастер кожи. Она еще себя сдерживала. Ну, я да, видно. Пока рейтинг. Вы сейчас на завод или бы еще будешь у меня. Типа дари, типа дари. Надо уметь просто. Отношения исправить.